Уже в следующем году в Химках начнет работу завод «Хина Моторс». Соглашение о его строительстве, а затем и закладку первого камня осуществили при поддержке губернатора Подмосковья. Тогда стороны договорились, что готовить будущих специалистов станут в стенах химкинского техникума. Сегодня стороны подписали официальное соглашение. На нашем заводе планируется сборочная операция, и нам нужно поддерживать качество на уровне японского. И из-за этого нам нужен персонал, который будет очень хорошо подготовлен и обучен. И мы верим в том, что именно в химкинском техникуме готовят такой высокопрофессиональный персонал. Поддержали инициативу и представители Мособлдумы. Как отметил Владимир Шивцев, сегодняшнее соглашение – результат успешной работы губернатора и депутатов. Она как раз направлена на создание условий благоприятных для инвестиций на территории Московской области. И эта программа успешно работает. Стоит отметить, что слесарей техникум начнет готовить уже с этого года. Специально для этого открыли новую специальность и набрали 25 человек. Свои практические занятия, а также обучение они будут проходить при непосредственном участии представителей ХИНа. Игорь Панчук, заместитель главы округа, поблагодарил руководство компании за выбор Химок как площадки для реализации проекта. Надеемся, что наше сотрудничество непосредственно с Японией, оно и дальше будет развиваться, и мы создадим все условия для того, чтобы никаких проблем, а только слаженная работа наша совместная способствовала дальнейшему развитию нашего муниципалитета, да и всего региона. В рамках подписания соглашения почтили память выпускников химкинского техникума, погибших на службе в рядах советской и российской армии в горячих точках. Также руководство компании «Хина Моторс» совместно с представителями администрации, директором техникума посетили торжественное мероприятие по случаю 1 сентября. Здесь Микио Сегава вручил будущим сотрудникам подарки.